Ребятушки, всем доброго дня. У нас как третий вы? Заход, третья как кастрюлька. В бой идут одни старики. Да. Это видно. Вот. Они у меня просто сложены очень плотно. Это Александр не перфекционист, это я перфекционист. Я каждую друг друга складываю. Ну, мы сделали за час две кастрюльки, обговорили фиговую тучу прекрасных моментов и историй. И я подозреваю, что сливочный соус сделает прекрасную коррективу в наших дискуссионных сочинских буднях. Ну, почти уже выходные, все-таки пятница к вечеру идет. Но я смотрю, у тебя очень много работы, поэтому, как говорится, перспективных выходных, чтобы побольше было отличных, да, туристов, да. Классных, чтобы к нам приезжали только самые лучшие. Ну и вообще у нас все самые лучшие.